Спасибо, что включил с тобой Герасев. И, ребята, этот фрагмент видео я записывал уже после того, как мы провели наш по-настоящему ужасный эксперимент. Потому что все пошло не по плану. Мы проверяли, на чем больнее стоит: на гречке, на горохе или на соли. И главное, что потом случается с коленями с петульями. Сразу скажу, один человек упал просто в обморок. Сегодня в видео мы подготовили по-настоящему жесткий эксперимент. Соль, гречка, горох и три участника, которые готовы побороться за $1000. Бля, давай первое испытание, Саня, мне больно. Кто дольше из них простоит на коленях, пройдя все испытания, да-да, у нас еще будут испытания, тот и получит бабки. Бля, мне что-то в жопу провалилось. Ну и также мы узнаем ответ на самый главный вопрос: на чем больнее стоит, на гречке, горохе или соли? Приятного просмотра. Сейчас, возможно, самый важный момент ролика. Мы узнаем, кто из вас будет стоять на чем. У нас есть соль. Каменная. Помол номер один каменная. Это у нас гречневая крупа. И третий это сухой горох. Вот эти три прекрасные штуки. Разумеется, их будет гораздо больше. У нас готова рулетка. Сейчас рулетка покажет, кто из вас на чем будет стоять в ближайшие там 10 минут, час, полчаса. Я не знаю, сколько вы простоите. 24 часа. Кто хочет на чем? Я хочу на соли. Я на гречке. Я ни на чем не хочу, блядь. Я домой. На счет три. Раз, три. Гречка, соль, горох, гречка, соль, горох, гречка, соль, горох, гречка. Надеюсь, ему не гречка будет. Этот пидор на гречке хорошо стоит. Сука! Как знал. Посраться, она въедается в кожу. Горох! А у тебя, соответственно, гречка. Ну да, кстати, я ни разу не стоял на гречке, поэтому я посмотрю, что. Да, поэтому сейчас буквально пару минут подготовки и начинаем бороться за $1000. Это самое интересное, честно говоря, да. Разъесли Марку ноги до кости. Мне кажется, херня. Вы зря так думаете, потому что она начинает растворяться. Давайте мы ему воды подольем еще. Это нечестно. Я думаю, хватит. Просто буду думать, что это мука. Тогда я буду думать, что это пух у меня, блядь. Каждый считает, что у него самое сложное. Ребята, вот посмотрите сейчас на ребят и проголосуйте в углу. Справа у вас в углу, вот здесь. Вылезай, проголосуйте, как думаете, кто из них выиграет? Бабки пока что я складываю в карман. Кто-то один из вас сегодня реально их заберет. Косарь баксов. На счет три, в синхронно встаем. Раз. Я даже нервничаю немножко. Страшно, пиздец, я боюсь. Давай, братан. Раз. Два. Три. Поехали. А, бля. Ровная спина должна быть, Влад, ровная спина. Назад жопу не отклячиваем, это очень важное правило. Пола касаться нельзя, жопу отклячивать нельзя. Стоим ровно, через 10 минут пойдет Паша, первое испытание. Паша, ты был чертовски неправ. Что? Это очень больно, блядь. Да, это больнее, прям... чем гречка в 3 раза. Бля, мне прям режет колени. Все, подожди, то есть хочешь сказать, что гречка... Я сейчас слезу. Мне кажется, минуту две я слезу в пизду. Ты хочешь сказать, что сейчас больнее, чем мне на больнее в 3 раза, чем на гречке, блядь. Мне очень больно, ребята. Это я вот первый раз стою, и мне сейчас, сука, впивается все в колени. Блять, Марк, как тебе там? Мне чуть-чуть чипит вот на столечко. Чтобы вы понимали, прошло вот столько. Я слезу. Сдаешься? Да, это а очень больно. А что там реально? Я раз на гречке простоял час. Это больнее в 3 раза, ты не понимаешь или что? Пизду. Настолько больно? Да, это очень больно. Бля, это реально очень настолько больно. Это так очень больно. Оно вот, так, вот, оно вот такими, блядь, вмятинами. Такие же колени были, когда я сколько часов на гречке стоял. Час 10 на гречке отстоял. Ты простоял 3 минуты 20 секунд. 30. Это горохи, короче, не надо. Паша, хочешь вступить в игру? Можно я попробую и скажу, готов ли? Давай. Я знаю, что на гречке он может простоять час. Я на этой хуйне, если час простою, у меня ноги отвалятся. Это нечестно, это априори нечестное испытание. Сплошные, блядь, нечестные испытания. Вот реально, вот как можно в таких условиях нормально бороться за призовой фонд? Ну пиздец, ты же рандомно, блядь, разные. Ну тебе рандомно выпало. И что рандомно? Получается, рандомно кто-то получил 1000 баксов, да? Бля, давай первое испытание, Саня, мне больно. Марк, вообще насрать, по-моему, на ситуацию. Ну, у меня щипят коленки, и у меня я как-то, короче, левую ногу не так поставил, и у меня косточку сводит. Все, Паша должен на 6 минут больше отстоять, чем отстояли ребята в случае, если он хочет выиграть. Я не знаю, как ребята в прошлый раз стояли, это дико больно. Мне реально хуёво, прямо, я реально вот, блядь, вспотел.
блядь, это васаби? Первое испытание. Не будет, блядь, Саня. Васаби не острый. Ты точно это уверен? Я сейчас делаю не острый васаби. А они чистые, я помыл. Вот так делается, ребята, васаби. Ну этот кусок уже кушал. Возьми на ложку. Хочешь об эту ложку сожрать? Чуваки, пипец. Так это нереально сожрать целую ложку васаби. У меня трясутся ноги и болят коленки. Готовы? Одно молоко. Для того, кто захочет сдаться. Можете есть, а за один раз можете, за несколько раз, но за 5 минут ровно. Вы стоите уже 20 минут, почти 19:30. Пиздец, иди нахуй, Сань. Ну как, Марк? Это пиздец, он острый, блядь. В вашем комментарии спрашивали, как может быть перец связан, типа, и то, что они стоят на коленях. Когда они кушают что-то острое, они начинают очень сильно двигаться, и колени, соответственно, у них тоже двигаются, и боль начинает проявляться у них в коленях. Потому что если они стоят как камни, вот так вот, в принципе, боль не такая уж и сильная, может быть. Бля, это пиздец, нахуй. Ну хорошо, значит, кто-то первый должен сдаться. Если вы не можете съесть ложку, вы можете выйти из игры. Бля, это ж не трель, пиздец. Паша первый. Так, еще полторы минуты. Осталась минута. Чипнул практически, ну, засчитаем ложку. Марк! Блять, это пиздец. Окей, все прошли первое испытание. Ребята, давайте наберем на этом видео 200 тысяч лайков. В таком случае я простою 24 часа на гречке. 24 часа. Блядь, еще васаби при этом хавать будешь. Да, 24 ложки, блядь. Ребята, наберите реально 200 тысяч лайков на это видео, и я вам покажу, как я стою 24 часа, если бы в этом видео, на гречке, стоя ровно, четко, красиво. Какие ощущения? Ебаные, у меня больше сейчас желудок болит, блядь, а не колени. Ребята, вы стоите уже ровно полчаса, поэтому мы переходим ко второму испытанию. Пожалуйста, заправьте в футболку в трусы. У меня футболки смены нет. Хорошо, заправьте просто футболку в трусы. Нет! Футболку в трусы, пожалуйста. Я не пойду. Кто из испытаний может? Сначала сказать? Футболку в трусы заправьте. Только что спалил! Ровно. Сейчас всем троим мы за спину, за шиворот высыпаем. Тебе похуй. Ты готов вот с этими зайками? Да что такого? Вы вытряхнуть они же. Ой, спасибо его. Они же никуда не заберутся, да ведь? Наверное. Я. А Паша живый, готов? Все согласны на это испытание? Паша согласен? Нет, я не согласен, блядь. Я не хочу с этим дерьмом, блядь, вообще возиться. В кожу тебе только залезут? В кожу залезут? Да, так нормально. Сука, ебать! Это жопа. У меня в трусы не провалятся? Не провалятся. Паша, ровно встанешь? Я тебя ненавижу. Мне реально надо вот это терпеть? Попробуй, да. Шевелится! Бля, песочек такой еще там. Бля, мне что-то в жопу провалилось. Все молодцы. У всех все там бегает. Кому-то еще опарыще покинуть? У всех все бегает, да? Паша. Я сейчас выйду. Паша, первое предупреждение. Мы нельзя на пол. Мне реально больно. Подписывайся, блядь! На мой канал! До пуза добрался прям. Куда? До пуза, прям он здесь уже. Серьезно? Да. Сорок минут, ты стоишь почти на соли. Ощущения примерно такие, что тебя, короче, кошки царапают периодически. И щипет сильно в эти моменты. Хуже, чем на гречке? Да.
Ну, на гречке, типа, боль вступляется, типа, и терпишь. А здесь внезапно такая подкрадывается такая. Смотри, они уже чревет и не чувствуют. Ты весь красный. Очень тяжело на дороге. Да. Намного тяжелее, чем на гречке. Попробуй. Вот. Бля, пацаны. Ебать. Ёб твою мать, Владос. Блядь, тихо. Блядь, что за пиздец? Ой-о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 й-
Ребята, в общем, случился не очень приятный инцидент. Владос упал в обморок от болевого шока или еще что-то. Ну, видите, по нему еще видно даже, он до сих пор бледный. Хотя сейчас чувствует себя уже хорошо. Да мне просто все в глазах потемнело. Поставить этот момент мы тут не можем в Ютубе, потому что нас просто за это заблокируют. Я заливаю с разрешения Влада это к себе в Телеграм-канал. Переходите по первой ссылке в описании, посмотрите. Владос, ты не расстраивайся. И в качестве извинения ссылка на канал Владоса тоже в описании. У него совсем новый, свежий канал. Я там тоже постоянно снимаюсь. Ну, а ты не расстраивайся. Да, ничего страшного. Мы продолжаем с ребятами эксперимент. Лучше, ребят, не надо это. Да, повторять. Лучше, ребята, не повторяйте. К тому же это все, разумеется, постанова. Разумеется, это все актеры. Разумеется, это все грим. И все это не по-настоящему. Колени, ну, посмотрите, что с коленями случилось. А мы продолжаем наш эксперимент дальше. Ребята, вы стоите почти час. 57 минут и 22 секунды. Побьем ли мы рекорд гречки? У меня есть два вот таких стакана. В прошлый раз, вы помните, чем были налиты эти два стакана. Вы держали их на голове, они были налиты водой. В этот раз они налиты настоящей краской. Паше разрешаем поменять футболку, потому что все-таки он был не готов к ролику. Я напоминаю, что он заменил Артема, который снился через 2 минуты. А я просто испачкаю свою белую футболку. Похоже на клубничный коктейль из Макдональдса. Все, готов? Подожди. Мы держимся, да. Три. Да, давай. Кто первый уронит стакан, тот и, собственно говоря, проиграл. Готовы? Раз, два, три. Ровно час вы стоите. Ура! Напоминаю, мы боремся за $1000. Я чувствую, как мой стакан начинает потихоньку соскальзывать, потому что меня трясет от холода. У тебя щипят ноги? Да, сильно. Очень сильно, да. Ты как не боишься, что там проесться что-нибудь реально? Я думаю, если бы проело, то болело бы сильнее. Ты стоишь уже 10 почти. Ты стоишь больше часа, когда Артем сказал, что больше 3 минут он стоять не может уже. Привет. Ебать, она там что-то наклонилась очень сильно. Я уже просто хочу выйти из испытания, потому что мне нереально больно, очень сильно больно, и я не хочу просто измазаться в говне. Нет, такая боль не стоит того, тем более я знаю, что все равно башка у меня вспотеет, как в прошлый раз, и я проиграю, поэтому типы я выхожу, скорее всего. Паша, все равно ты респектовый, покажи. Блядь, нихера себе, так это жестче, чем гречка, по-моему, даже. Конечно, жестче, я же говорю, это пиздец. Опять Марк! Марк, давай. Тихо. Оп, твою мать, смотри. Это соль белая? Да, пиздец. Пиздишь. Это соль, и это соль, да? Просто, видишь? Вот что случается. Бля, ебать, посмотри, она просто, блядь. Она кристаллами. Вот что случается с коленями, когда простоишь на соли. Я не могу нагнуться. Час 10. Вот кристаллы соли прям въелись вон в кожу, да. Этот выпуск еще гораздо более жесткий, чем прошлый. Пожалуйста, поддержите ребят лайком. Ссылки на всех ребят, на канал Влада, на канал Паши, на канал Артема и на Инстаграм Марта в описании. Переходите, подписывайтесь. Ну и на меня обязательно тоже подписывайтесь. Набираем 200 тысяч лайков. 250. Наберите, пожалуйста, 200 тысяч лайков, и я покажу, как я стою 24 часа. А если 300 тысяч лайков, то пересадку волос Паши делаю. Всем пока-пока.